На их годы выпали тяжелые испытания. Война, восстановление разрушенного хозяйства, строительство мирной жизни, ветераны войны и труда. Они и сегодня в строю. Активно участвуют в общественной жизни, воспитывают подрастающее поколение. В День пожилых людей чествуют тех людей, кто все силы посвятили своему народу. Тех, кто отдал здоровье молодому поколению. От имени главы города Конаково Максима Валерия Викторовича поздравляю вас с этим праздником. Желаем вам самое главное – здоровья. Слова благодарности от Валерия Викторовича и за проведенную избирательную кампанию, и за то, что вы у нас есть. Вот видите, мы в этот раз пригласили вас в ДК «Современник». ДК «Воровская» у нас на ремонте. Но надеюсь, что и этот дом тоже станет для вас родным. Желаю вам счастья, здоровья и хороших, приятных минут отдыха. Праздник касается и молодого поколения, привлекая их внимание к тому, как живется сегодня пожилому человеку в семье, крае, в стране. Конаковский район – один из немногих регионов страны, где для всех граждан зрелого возраста предусмотрена программа помощи и социальных гарантий. Не только финансовая поддержка важна для ветеранов и пенсионеров. Многие пенсионеры нашего города нашли себя в творчестве. Во Дворце культуры города созданы многие музыкальные коллективы, где люди пожилого возраста успешно себя реализует. Неудивительно, что международный праздник День пожилых людей закреплен в календаре за началом октября, когда осень вступает в свои права. Это пора, когда человек может мудро осмыслить жизненный опыт, поделиться им с молодыми. Ветеранам есть чем гордиться, за их плечами победоносная война со всеми ее жертвами и потерями. Их руками восстанавливалась страна, строилась новая жизнь. Зал Дворца культуры был полон гостей, жизненной активности которых может позавидовать любой молодой человек. Здесь ветераны войны и труда, пенсионеры и заслуженные люди Конаковского района. Для многих гостей праздник этот вечер был не только творческим. День пожилого человека стал для них прекрасным поводом вновь встретиться друг с другом.